Сегодня мы будем говорить о том, что на ближайшую перспективу необходимо сделать в каждом из вооруженных сил, чтобы существующие угрозы всем нашим государствам и вооруженным силам предотвратить в ментальной сфере. Мы будем сегодня обсуждать те совместные мероприятия, которые предполагаем провести в самое ближайшее время по поисковой работе в тех местах боевых действий, которые на белорусской земле, на земле Российской Федерации предполагается провести в ближайшее время с тем, чтобы найти останки погибших военнослужащих в годы Великой Отечественной войны и перезахоронить.